Ребят, всем приветик. Димка у меня только уснула, я пока у меня есть немного свободного времени, хочу немножко разобраться на кухне. Что я хочу сделать? Хочу разобраться вот в этом ящике, помыть лоток из-под столовых приборов. Смотрите, что мне тут Дима сделал. Я пока мыла вчера или позавчера, что ли, посуду. Он взял аущечистку, мне как вот так деранет, смотрите. Отодрал мне шкаф, ящик. Вот так вот, пока я посуду мыла, не смотрела, чем он тут занимается. Он мне деранул тут. Решил тоже почистить шкаф. В общем, помою этот лоток. Вообще хочу разобрать то, что здесь нужно, не нужно. Все это убрать, потому что здесь вообще, я смотрю, все, чем мы пользуемся и не пользуемся, скопилось. Мы уже пообедали, сегодня сварила большую кастрюлю борща. Он еще горячий. Жду, пока остынет, потом поставлю в холодильник. И также хочу помыть вытяжку. Она у меня вообще грязная-грязная, очень грязная. Хочу помыть вот эти решетки, в общем, полностью сверху, снизу. И протру окошки. Окна буду протирать только с этой стороны, потому что Дима постоянно ляпает, постоянно он лезет на окно. С той стороны протирать не буду, потому что холодно. Хотя бы так немножко освежить с этой стороны. В общем, взяла вот такие два моющих, чистящих средства. Одно вот такое, фрош, не знаю, посмотрю, справится он, нет, с моей грязной вытяжкой. Если что, у меня там и этот, из FixPrice Home Start, я буду его тогда применять, но тут очень такой термоядерный, мне он не нравится. Будет запах на всю кухню, хотелось бы вот этот. Посмотрим, справится он или нет. И для стекла вот такой мистер Мускул у меня есть. Женя сейчас собирается идти в школу на Олимпиаду. В каком Олимпиаду это будет? Забыл. Че, там рисовать будешь, что ли? А че? Да там МКТ какая-то Олимпиада.
Ой, надушился. В общем, Жень, пойдешь назад обязательно. Телефон. А, это второй твой. Обязательно купи мне порошок в Диксити. Может, там по акции он есть, потому что пятерочка, он, по-моему, 356, что все это. Ушастый нянь. Там, по-моему, 3 килограмма, большую самую пачку возьмешь. Желтую, да. Ну, зайди в Дикси, посмотри. Ушастый нянь, желтый детский. Маленький мне никакие не надо. У меня, блин, закончился, представляете, порошок. У меня уже целая стирка там, целая корзина большая накопилась. Потом, блин, неделю буду перестирывать все. Вообще в Магните вот на днях я видела, был пакт. Вот этот порошок 200 с чем-то стоил. Но я его не стала брать, в общем, а зря. В общем, зайдешь в Дикси, Жень, только смотри, не забудь, сколько у вас будет по времени Олимпиады. Ну, час где-то, да? У тебя и завтра, послезавтра, да, еще Олимпиада. А завтра по какому? По русскому. Вот видите, как у детей наших проходят каникулы. Все отдыхают, они в Олимпиадах участвуют. Так, ладно, все, закроешь тогда меня. Уборка моя на кухне подошла к концу. Вот так вот теперь выглядит мой ящик. Чем мы не пользуемся, я выкинула. Чем пользуемся, редко убрала. Вот так оставила только все самое нужное. Чем мы пользуемся постоянно. Тут у меня, кстати, уже Димка проснулся. Сейчас будем с ним садиться пить чай. Да, с печеньками. Помыла вытяжку, окошки, стены также на фартук. И осталось мне теперь вымыть только плиту. Решила сейчас приготовить, налепила куриных котлет. Сейчас они у меня, в принципе, почти готовы. Минут 5 можно будет выключать. Это на ужин. Мы с Сережей будем есть рыбу. Я вчера готовила жареную рыбу. Минтай жарила. А дети будут куриные котлеты. И сразу плита остынет. Я ее тоже по-быстренькому помою. И все дела на сегодня у нас будут закончены по дому. Да? У нас прям сейчас так резко потемнело на улице. И дождик ливанул. Ветер сразу поднялся. Дождик, да. Сегодня весь день солнышко светило. Вот ты как раз и попал, да, под дождь. А мы смотрим, Димой сидим, чаем, смотрим, все темнее, темнее, темнее. Говорю, ну все, сейчас ливанет. Неси на кухню. Купил порошок, давай. Сколько он там стоил? 2,4, ну ладно, пусть по акции не было. Потом будет, если возьму сразу пачки 2-3, пускай будет. Тем более я стираю каждый день. Бывает и по 2 раза на дню. Ну что, как Олимпиада прошла? Что вы там делали? На ИЗО писали? Олимпиада МКХ. Это по искусству на ИЗО. А что писали-то? Ну просто там. Много чё? Много там народу-то было? Женя промок, да? Под дождик попал. Как ты Женю пожалеешь? Ой, ой, сейчас бы он обнял, он не дотягивается просто. Ну-ка, опустись к нему. Обними Женю. Жень мокрый весь. Ой, я тут собралась тут как раз плиту мыть. Я уже доготовилась все. Сейчас я тут быстренько все. Ты что, Жень, чай будешь? Ты не хочешь? Я уйду. Здрасте, на улице дождик. А куда ты уйдешь? Надо съездить в одно место. Какое? Секрет. Какой секрет? Я вообще думала, то, что это мы сходим. Короче, ремонт, где телефон ремонтирует. Хотела... Да, я не сегодня. Почему? Говорю, секрет. Секрет. А ты с кем, с Тёмой, что собрался ехать? А ты ему уже звонил? Ну, сейчас, если дождик закончится.
Может, нечего под дождем ходить. Ну, а что, завтра тебе все равно к 2 часам так же, как и сегодня? Так, ладно, я сейчас буду помою плиту. И все мои дела на сегодня, можно сказать, закончены. Поставила здесь стирку, стирать не стирала уже 2 дня, наверное, 3 точно. Потому что не было порошка. Вещей, конечно, накопилось очень много. Теперь стирать, не перестирать, да, Дим? Обычно у нас машинку сам включает, да? Мама засыпает порошок, а Дима на кнопочки нажимает. Не надо открывать. Все, пускай стирает. Да, Димины вещи, да, там стираются. Надолго вы в город хотите ехать? А? Вот так просто погулять? Давай. Полвосьмого, то есть, чтобы дом был, мы вас до остановки доведем. Да не, вот тут. Вы нас доведете. В общем, сейчас схожу с Димой тоже. Мы вот тут сейчас пройдем, дальше пойдем. Сейчас с Димой немножко погуляем тоже. Так, телефон ты взял, да, свой сегодня? На улице прям как темно уже. Жень, вон Дима тебе дает чехол. Ну все, давайте, пока. Пока, Тю. Что же с вами хочет? Не, мама, бежать. Берите его с собой. Давай. Да нет, ты что? Нет, давай мы с тобой гулять пойдем. А там где Степа? Где Степа? Дим. Степа. Ой, ой, ой. А еще автобус. Спуститесь сюда, Жень, чтобы он не лез. Да, мы с тобой. Да он пойдем. Сейчас так и будет. Давай, пошли, мы с тобой. Все, он понял. Пойдемте, чуть-чуть с нами пройдете. И незаметно уйдете. Пошли. Он не так, Женька, выходит гулять, он все, Зень, Зень. По Жене прям скучает он, когда Жень дома нету. Жень с ним обычно танцует и бесится. А Жень на улицу уходит, ему, конечно, со мной скучно уже делать, Дима. Сейчас начнет. Давай мы сейчас незаметно повернем, а вы незаметно уйдите. Пошлите нас до конца провожать. Сейчас так и будем друг друга провожать. Женя, он же так и будет смотреть. А мы тихонечко уходим. Побежали. Зашли сейчас тоже в магазин. Взяли 2 сока. Один Дима выпил, один Женя. Это барник чаю взяли. И 2 бутылки воды. То у нас водичка закончилась. Вот решила зайти купить. То сейчас пока ходили гуляли. Зашла, отнесла Женин телефон в ремонт, отдала. У него на старом телефоне был сверху треснутый экран. Ну, надо, естественно, заменять стекло. Тоже он был пару дней назад, 2 или 3 дня назад в центре города. И зашел тоже в ремонт телефона, где их ремонтируют. Спросил, сколько будет стоить замена стекла. Ему мастер сказал, по-моему, оригинал 3,5 или 4 тысячи, по-моему, 3,5 он сказал. А китайское, короче, стекло 3 тысячи будет стоить. Я думаю, дай схожу сейчас, пока гуляю, узнаю, сколько у нас будет стоить. Зашла, мне сказал, значит, он... Копию 3 тысячи, оригинал 4 тысячи. Я думала. Я просто, знаете, что хочу сделать? Женин телефон, у него, так как он себе новый телефон купил на день рождения, я хочу старый у него забрать, потому что он его использует только для игр, то есть у него там не сим-карта в нем, нет ничего, он его забрал сим-карту, и, то есть играет только дома, когда... Я ему сказала, но он мне до этого говорит, давай я за свой счет, говорит, починю экран и тебе отдам. Я говорю, не надо, говорю, если я надумаю, я сама себе его отремонтирую. И, в общем, мне нужно, я хочу обменяться телефонами, отдать ему свой телефон, с которым я сейчас хожу. Вот у меня Huawei, а у него Honor, который я сдала в ремонт.
Потому что на моем получается очень мало памяти, мне постоянно ее не хватает. Я постоянно себе там для YouTube скачиваю, ну, чтобы обработать, сделать превьюшку, там всякие приложения, в общем. И так вообще, ну, на там какие-то либо интернет-магазины я все скачиваю. И мне постоянно не хватает на этом телефоне памяти. Мне приходится что-то удалять, что-то скачивать. Постоянно недостаточно памяти, постоянно все приходится подчищать. А у Жени, которая отдала телефон в ремонт, у него 32 гигабайта памяти, и у него камера получше. Я думаю, вот так, даже я иногда забываю камеру брать с собой, когда куда-то там едем, либо я иду. Думаю, а вот так что-то подснять даже можно будет с телефона. У него, в принципе, стабилизация такая неплохая, но не вау, но нормальный, можно поснимать. И камера, конечно, лучше, чем на моем телефоне у него. И спросила у него также про ноутбук. У меня ноутбук опять сделали по вашему совету, как вот мне девушка писала в комментариях, что вытащите батарею, если будет перегреваться, вытащила, и на следующий день он все равно мне перегревался. Батарея, в общем, здесь, ну, не поможет. Я у него сейчас спросила, у меня тут вообще, представляете, вчера села монтировать видео, а он у меня выключился, и все, не включается. Обычно он не отдохнет, знаете, охладится, я его включаю, то есть нормально. Дима там веселится, мультики смотрит, сидит, чай пьет, мультики смотрит. А тут час-два, представляете, не включается. Я все, я Сереж говорю, я не знаю, говорю, с телефона я не буду монтировать, потому что у меня видео, но я скидываю обычно на компьютер и уже с компьютера монтирую. У меня там это специальная программа для монтажа. А тут я говорю, все, я не знаю. Сереж говорит, давай разберем, посмотрим. Я говорю, сейчас не дай бог, что-то где-то отлетит. Я говорю, потом придется вообще, ну это новый покупать ноутбук. Я говорю, не дай бог. В общем, начали вскрывать вот эту крышку ноутбука, там 150 болтиков, и там специальный инструмент же нужен, чтобы открыть, она не открывается. Я говорю, ну нафиг, я говорю, не надо, не будем даже лезть туда. Вот я сейчас у мастера спросила, я говорю, полчаса работает, я говорю, перегревается и отключается. Он говорит, нужно, в общем, нужна чистка, стоит 1500. Он говорит, если что, надумайте приносить, в общем, во вторник, когда телефон придет, говорит, 1500 чистка стоит. Сейчас почитаю все, что тут вообще напечатано мне. А в общем, у Жени тот Honor 8A, который я отдала в ремонт. Huawei Honor 8A. Замена модульного дисплея копия. Так что такие дела. Ладно, ребят, всем пока-пока. Закончу я этот блог на сегодня. Увидимся с вами завтра.